Я думаю, это впервые, по крайней мере, это значит впервые за 6 лет, когда мы, руководители всех фракций, движений, представители исполнительной власти, сами, не просто рабочие группы, рабочие это рабочие группы, это практически сами сидим второй день, работаем над этим соглашением. Я прямо должен сказать, это впервые, что мы выходим на соглашение согласия. Согласие по преодолению тех проблем, которые сегодня есть в России. Будет подписывать президент, а у нас в Государственной Думе он будет приниматься постановлением Государственной Думы, в Совете Федерации он будет приниматься постановлением Совета Федерации. Поэтому будем считать, что это основной документ, который будет иметь визы, но он будет вынесен на голосование. И лишь после этого я, как председатель Думы, имею право его подписать, Егор Семенович Строев, как представитель Совета Федерации, его подпишет. Эта исполнительная власть деньги не выплатит, потому что они способствуют работе производства. В Кремле сидит совершенно беспомощный человек, который не в состоянии даже ходить на работу. Это уже не требует комментариев. В правительстве нет дееспособного органа. Он опять подписал указ в одну ночь, бросил страну в жар и в холод, оставив целые службы и ведомства без квалифицированной дееспособной власти.